Друзья, всем привет! Я сегодня с лайфхаком на канале. Видите, вот эта вот скоба? Она продается в различных магазинах крепежа, ну, где продаются болтики, всякие метизы, в общем, одним словом. Эта скоба стоит 14 рублей. Она предназначена для натяжки каких-либо тросов, крюков, подвесов там, ну, растяжек, распорок разных, ну, типа карабина. Она недорого стоит, 14 рублей. Это я приобрел. И вот эту вот скобу можно применять не по назначению, не по прямому назначению. Смотрите, нам понадобится вот такой вот болтик М10. Простой болт. Также продается везде, 2 рубля. Также он у всех есть в наличии. И смысл какой лайфхака этого? Это с помощью вот такого болта и с помощью вот такой скобы вот это вот убираем. Здесь не полная резьба, а здесь полная. И просто вкручиваем, он подходит точно так же. Смысл в чем? Смысл в том, что это получается миниатюрная микрострубцинка. Без всяких доработок можно сразу где-то применить. Их можно прикупить себе, ну, рублей на 100 сразу, штук 10. И бывают такие моменты, что приходится, вот смотрите, я на примере хочу показать, вот пластина, ну и вот такой брусок первый попавшийся я нашел. И вот бывают такие моменты, когда надо прижать по всей плоскости где-то какой-то материал, ну по толщине, естественно, вот этой скобы, по ширине, чтобы входило. Ну даже две дощечки, допустим, проклеить, если, да. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот вкручивается просто вот в это штатное место болт, и вот так вот это зажимается дело. Вот и все, без всяких доработок. Я видел в интернете какие-то еще другие доработки с такими скобами. Ну и вот она достаточно плотно, кстати, придавливает, да, то есть можно ключом дотянуть, можно вообще протянуть, можно вот так по всему периметру вот таких скоб везде наставить. Так вот, я видел в интернете, ну, доработанные вообще до невозможности вот такие скобы, вряд ли кто-то этим будет заниматься там из вас, но вот на скорую руку вот такой вариант есть, да, стянуть, сделать вот так вот где-то прихватки на ширину, опять же, на размер вот этого вот, на размер этой скобы. И вот доработки в чем состоят? Вот сейчас я немножко сумбурно все, да, хочу быстро, опять же, вы же хотите быстро. Подтачивается просто вот эта плоскость, утоньшается болгарочкой, диском вот здесь вот, вот так вот проточить. Ну и можно вот из этой петли ее сделать, как бы, видите, она такая закругленная, ее можно плоскую сделать. Ну и здесь чуть-чуть подточить. Ну, тем самым резьба, она не повредится, но зато расширится вот здесь вот расстояние. То есть, ну, можно проточить, и все. И вот у вас трубцинка. Вот такая вот. Меньше 20 рублей цена. Вот. Стягивайте. Плюс еще вот монетку кто-то ставил, шайбочку какую-то, да. Ну, можно где-то что-то вот, ну, также для увеличения плоскости, там, какую-нибудь прокладочку кругленькую, плашечку положить, ну, и стянуть. Можно вот, смотрите, совсем тонкие какие-то вещи стягивать, можно толще. Ну, вот такой вот лайфхак. На моем канале я стараюсь какие-то полезности проецировать для всех, для вас. Так что подписывайтесь, не теряйте, комментируйте. Делитесь видео, ставьте лайки. Всем пока!